Здравствуйте, дорогие зрители канала Куплю Интернет и читатели сайта Куплю Интернет. В сегодняшнем видео мы будем делать unpackage iPhone 5s, купленный в Германии. Распаковка происходит у нас в Австрии. Два телефона на 64 гигабайта, цвет Space Gray. Собственно, какие я и хотел. Очень аккуратненько, очень острым немецким ножом скроем попу этим телефоном. На заднем фоне вы можете услышать прекрасную немецкую речь из какого-то непонятного немецкого сериала. Еще виски можете увидеть. Так вот, первая коробочка успешно вскрыта. И мы посмотрим, что же там лежит внутри. В Apple Store мы отказались его вскрывать, ибо делать это все приятно самому. Здесь лежит, собственно говоря, iPhone 5. Такого интересного серого цвета. Чем отличается от пятерки, от предыдущей? 5S чем отличается? То, что цвет немного отличается, процессор немного отличается. И видеокамера работает веселее. А, собственно говоря, сам телефон идет в коробочке. Далее идет подробная инструкция на немецком языке. Фирменные наушники Apple, разработка дизайна которого заняла не один десяток лет, само собой. Зарядное устройство. Наконец-то у меня первый раз появится зарядное устройство с нормальной европейской вилкой. До этого я себе телефон покупал либо в Гонконге, либо в Канаде, либо в США. Новый кабель, вернее не новый кабель, а USB кабель от Apple. И, собственно говоря, все. Все, что идет в комплекте, можно здесь увидеть. Для верности давайте откроем еще второй iPhone. Проверим, что там лежит. Вдруг там другой какой-то iPhone лежит. Дай бог серебристого цвета. Поля, терпение. Не кашлять. Оператора зовут Полина. Она является официальным представителем Алтайского края в Австрии. Правда, Поля? Угу. Так. Австрия хорошая страна, только все время туман, сыро и депресняк у некоторых товарищей. А во второй коробочке оказался тоже iPhone 5s, тоже на 64 гигабайта. А мы давайте его даже попробуем надо включить. О, появилось яблоко. Возможно, его будет позже съесть. Внутри тоже оказывается инструкция, фирменная скрепка, с помощью которой можно фирменно открыть телефон. Наушники, зарядка. И провод. Собственно говоря, то же самое, что и в первом комплекте. Оля, 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 Оля. Новый телефон здоровается с нами. Давайте мы еще первый для верности включим. В общем, на самом деле через интернет было бы их купить дешевле. Но так как судьба угораздила нас оказаться в Европе в момент старта продаж, мы его купили. История покупки интересна тем, что в фирменном магазине Мюнхена он уже закончился, но у них, оказывается, каким-то чудом филиал был в Олимпия Райзен. Где он? В общем, Олимпия. Да, в торговом центре Олимпия. И там каким-то чудом оказались iPhone 5s без очереди абсолютно. Две штуки в одни руки. Но про это вы можете посмотреть другое видео чуть-чуть позже на нашем канале, либо читая сайт, страницу сайта. В общем, покупайте через интернет, экономите деньги. Но если вы окажетесь где-то в Европе, обязательно посетите Apple Store. Это замечательный магазин с прекрасными продавцами. Старые добрые друзья. Ну и, конечно же, приезжайте на Октоберфест. Спасибо за внимание.